сьогодні це проект «Особисті речі». Сьогодні у нас в гостях молодий талант гірників ТТ, півзахисник Шахтаря, прийшов до нас не з порожніми руками і приніс з собою особливі та особисті речі. Що саме зараз дізнаємось? Привіт, ТТ. Ола, ТТ. Здравствуйте. Дуже рада тебе бачити. Я думаю, що сьогодні після цього випуску, можливо, болівальники нашого клубу в чомусь по-новому поглянуть на тебе. Да, мені буде цікаво поділитися. Серед речей, які ти сьогодні приніс з собою, яку річ ти міг би залишити тут? Нет, нет, ничего не оставлю. Все нужно мне. Расскажи, кто у вас в родине ответственный за сборы у подорожей и у кого вализа больше? Ну, чаще всего моя жена собирает сумки, собирает чемодан. Больше чемодан? Думаю, что, наверное, у меня, потому что я чаще путешествую. Я швидко ты можешь забрать свою вализу у подорожей? Ну, 3-4 часа нужно занять, потому что нужно подумать, что с собой взять. А иногда все-таки и забываю что-то. Давай тепер перейдемо до найцікавішої частини і подивимося, що ти приніс собі. Парфюм. Очікувано. Очень хороший парфюм. Мені дуже подобається цей запах. Уже достатньо довге время він у мене. Очень хороший парфюм. Мені дуже подобається. Всегда нужно хорошо пахнути. Это всегда с собой. Розкажи, ти одним парфюмом користуєшся? Тому що Давид Кашалавр нам розповідав, що у нього в колекції більше 40 стається. Нет, ну да, у меня много парфюмов есть. Но это, наверное, самый любимый, который всегда на все случаи жизни подходит. Очень хвана телефон. Ага. Мне интересно, кто из Шахтаря, из нас всех Шахтаря, користуется не айфоном? Да, сложно, сложно. У всех айфон. Это очень важно для постоянной связи. Это все, что происходит, все, с кем ты общаешься, все строится через мобильный телефон сейчас. Какие-то приложения, какие-то игры, связь телефона, это очень важно. Наступная речь, джойстик. Контрол. Ты игрозалежный? Расскажи. Посыгаешься джигар, висядынчак. Да, очень нравится. Я независимый прям, но люблю провести свободное время и поиграть. Так очень хорошо проходит время, иногда мы собираемся с друзьями. Играем, PlayStation, это то, что есть у нас у всех, наверное, дома. Классно проводим время. Сколько в среднем годы на добу, або, может, на тиждень играешь? Ну, может быть, где-то час в день, но и то не каждый день, на самом деле. Это больше, когда мы выезжаем, когда у нас какие-то выездные матчи, в гостиницах я его беру с собой, мы играем. Четвертая речь у нас годины. Ложи. Что это за марка, расскажи. Какая марка это? И если на секрет, сколько они стоят? И сколько кушта, это не секрет. Это роликсы. Мне их подарили. Я их постоянно использую. Очень нравятся мне, очень стильные они. Я всегда с этими часами, когда мы куда-то летаем, путешествую, гуляю, нравятся мне эти часы. Цена, честно говоря, не знаю, это был подарок. Но мне очень нравится, очень красивый. Пятая вещь у нас – это планшет. Ну, это iPad. Мне также очень важно, чтобы он был со мной. В каких целях пользуешься? Про как вы себя, Лиза? Как вы себя? Иногда слушаю музыку, смотрю фильмы. Могу почитать какие-то новости. Это очень удобно, когда ты летишь в самолете, загрузил фильм какой-то на планшет и смотришь. Поэтому это всегда очень удобно, он легкий, переносной, всегда со мной. Топ-5 додатков. Топ синку аппликативщик. Ну, это WhatsApp, конечно же. WhatsApp, я так понимаю, главный засіб, инструмент коммуникации в команде. И инструмент принципал до коммуникации на экипе, да? Да-да-да, мы все давай там находимся в одном чате. Instagram. Яка в тебе вже аудиторія? Я дивилась перед записом цього випуску 57 000 сейчас, если я не ошибаюсь. Чи відповідаєш ти болівальникам в приваті Instagram? Иногда да, иногда нет. Зависит от момента, от настроения. Ну, иногда стараюсь, да, стараюсь отвечать. YouTube. YouTube. На кого ты подписан? Нет, 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 у меня там нет странички, я просто смотрю видео. Skype. Skype. Также через использую. Через скайп ты, мабуть, поддерживаешь
зробить? Лига по фамильярж, давай, по скайпу. Да. И также занимаюсь русским по скайпу. Так что использую достаточно часто. Ты русскую мову? Я тобі не заздрю. Edificio. Мені здається, це дуже важко. Edificio. Вася, Edificio. І Facebook. Это вот, в принципе, топ-5 приложений, которые я использую. Дякую тобі дуже, Тете. Обрігати. Було дуже цікаво поспілкуватись з тобою, побачити твої додатки, особисті речі. Фомити інтересант фалаком усе. Успіхів на футбольних полях, без травм, без поразок. Здесь мы тут сусе, лизович, сусе, дхвата. Спасибо большое. Также было очень приятно сегодня с вами поделиться.